которые я рассказывала, он действительно очень сложный. Его вот до Анны Бессоновой много кто пытался повторить, но ни у кого он толком не получался. Стоит он целый балл. А Ольга Белова, как автор этого равновесия, получает еще и балл за оригинальность. Это испанка Каролина Родригес. Почему-то не приехала Дженнифер Каролина, которая выступала в финале чемпионата мира. Была там 15-я. Вместо нее вот мы видим Каролину Родригес, которая в финал чемпионата мира не отобралась. Сложный, конечно, элемент, вот этот вот турлян в заднем равновесии. Но с ее амплитудой он не засчитывается как сложность. Это больно, конечно, тем более в 15-летнем возрасте, но надо тянуться, надо растягиваться, иначе по современным правилам невозможно выполнить ни один элемент. На площадку приглашается Тамара Ерофеева. Оценка Ольги Косарчук 25-35.